Добрый день, уважаемые партнеры. Меня зовут Лебедев Антон. Я являюсь исполнительным директором группы компании ВТ Спорт. Сейчас мы с вами находимся в одном из цехов обувного производства. Хочу вам сказать о том, что, во-первых, я хочу вам пожелать стабильного ведения дел сейчас. О нас, о нашей производственном участке. Хочу сказать, что все наши 6 производств на сегодняшний день работают полностью в рамках той годовой программы, которую мы приняли еще в 2021 году. Это и обувное производство в одном из цехов, в котором мы находимся, это и швейное производство пермское, это пермское швейное, это велосипедное сборочное производство, печатное производство литевое. Литевое велосипедное чуть даже не вперед у нас в полугодовой программе. Вот. Хочу сказать еще о том, что важно то, что для поддержания стабильности мы вовремя еще в 2021 году приняли все необходимые решения в части денег на закупку материалов на обеспечение этого года 22-го. Поэтому на сегодняшний день мы полностью уверенно обеспечили себя материалами и можем спокойно выполнять не месячную, а именно годовую программу этого года. Сейчас мы с вами находимся в другом свете. Сейчас были с вами сами на сегодняшний день шьются коньки, лыжные ботинки. По финальному цеху на сегодняшний день едут кипсы, лыжные ботинки. Антон Юрьевич, включи микрофон, тебя плохо слышно. Что сейчас происходит, с нами было ожидаемо, поэтому, начиная с сентября 2021 года, начали значительную часть ресурсов отправлять в сторону работы с материалами, для того, чтобы в этот период времени не остаться с теми проблемами, которые сейчас имеют многие, потому что логистические цепочки поставок нарушены, но так как мы являемся держателями первой руки, контракты, которые мы имеем между поставщиками, мы имеем только напрямую с производителями. Соответственно, даже то, что мы возим из Европы и из Азии, мы возим сами напрямую от производителя, имея полностью обслуживание сами своим отделом внешней экономической деятельности. Это позволяет нам сейчас себя достаточно уверенно чувствовать. Поэтому планы, которые у нас есть, мы их выполняем. И даже более того, скажу, что у нас были планы по развитию на этот год по нескольким производствам. Мы их осуществляем, прямо сейчас находится в стадии реконструкции для расширения нового производства. Подвозим то оборудование, которое зарядили еще в конце прошлого года. И запускаем еще один конвейер сборочный. Вот сборочный конвейер у нас уже организован, уже 2 недели, 3 недели ведется тайм. И расти в численности на производство за этот месяц на 5 человек для того, чтобы запустить полноценно и начинать, например, раскачивать вторую линию спорте, коньков и повседневной обуви. Я на самом деле желаю, чтобы ваши решения в этот период времени были стабильны. Я уверен, что то, что вы делаете это так же дальновидно, как делаем мы. И еще в 2021 году вы приняли все необходимые решения для того, чтобы год пройти стабильно. Мы в своих планах производства в этом году менять точно не собираемся. Спасибо за внимание.